Привет, мои хорошие! Я Александра Соколова. Рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Передаю вам привет с конца февраля, с конца нашей весны. У нас уже отцветают персики, миндаль, абрикосы, отцветают нарциссы, отцветают луга. Сейчас очень красивое время, очень зеленое, яркое, сочное время, чтобы насладиться природой, регионом, свежим воздухом, зеленью именно сейчас. Я зову вас посетить Мерсин и посмотреть вот такую замечательную квартиру. Квартира в Арпач-Бахшиш. Квартира с большим количеством плюсов. Здесь большая, красивая территория комплекса. Здесь большая квартира. Здесь территория очень обустроена. Есть хамам, сауна, тренажерный зал. Красивая территория. Спортивные площадки, детские площадки, бассейн, аквапарк, детский бассейн. Охрана. Все очень достойно, все сильно отличается от стандартно. То есть это вот высокого качества и территория, и квартира. В самой квартире тоже очень много плюсов. Здесь у нас, помимо того, что классная квартира от застройщика, остекленная терраса, присутствует тройка, вытяжка, духовка, плита, присутствует кондиционер зимолетом, присутствует батарея отопления, район в перспективе газификации, и присутствует бойлер. Я надеюсь, вы сейчас это все увидите, разглядите, напишите свои комментарии, все, что вы думаете, не держите в себе, пишите в комментариях под видео. Мне и другим зрителям это будет интересно. В общем, ставим лайки и смотрим. Начнем с входной двери. Это сама наша входная дверь. Хорошая, красивая, стильная, надежная. При входе у нас встроенный шкаф. Вписался очень хорошо. Высокие потолки. Имеются споты. Красивые наличники дверей. Также при входе у нас имеется домофон. Щиток электричества, чтобы обесточить зоны. Проходной свет. Еще в пленочке двери. Продается по хорошей цене от инвестора. Хорошего размера санузел. Вот такая большая раковина. Сильные шкафчики, зеркало, душевая кабина. И там у нас подвесной унитаз с функцией биде. Спальня. Тоже хочу обратить ваше внимание на вот такие вот двери. Фурнитура. Все очень хорошего качества. А вот такая красивая спальня. Тоже очень красиво вписался шкаф. Глубокий, вместительный, не занимающий пространство. Ну, в общем, продумано. Сложные потолки, также имеются споты. Очень все стильненько. Несмотря на то, что в перспективе газификации наш район. Однако батареи уже присутствуют в квартире. Вот такой вот балкон. На балконе у нас бойлер. Вот такая наша зеленая красивая территория с беседками, с детской площадкой, бассейнами. Но мы еще погуляем. Кухня-гостиная, единая зона. Тоже вот здесь такие красивые с матовым стеклом двери. Приглашают нас вот в такой красивый зал. Вот такой красивый декор потолка. Стильная кухня, просторная, каменная столешница, шкафчики с доводчиками, много места для хранения, предусмотрено место
для всей техники. Плюсиками у нас вытяжка, плита, духовка. В зоне кухни вот такой красивущий потолок. Также присутствуют споты. Обычно застройщики этого не делают. Это дополнительные расходы, которые здесь уже выполнены, сделаны. Нет головных болей, забот, хлопот. Все продумано. Кондиционер зима-лето. Батарея отопления. Большая терраса, остекленная. Вот так вот гармошечкой у нас стекла собираются. Можно открыть, можно закрыть. В зависимости от времени года и погоды. Квартира южной ориентации и отличного исполнения. Вот такой вот холл. Вот бы все так делали во всех домах. Согласны? Пишите свои впечатления в комментариях под видео. Хотели бы вы жить в таком доме? На случай, если вы пошли заниматься фитнесом, можете оставить в этих ящичках свои личные вещи, телефоны, тренажерный зал. Вот такой вот классный. Ну и, конечно же, хамам-сауна. Надеюсь, я вас порадовала этим видео. Порадуйте и вы алгоритмы YouTube своими лайками, комментариями и репостами. Все детали внизу в инфобоксе под видео. Заходите на наш веб-сайт, приезжайте в Мерсин. Буду рада встрече с вами и не забывайте подписываться на канал. Увидимся. Пока-пока.